Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Unit 4, часть 4, section 4, раздел 4, exercise 5, упражнение 5. Помоги Билли написать о том, что он делал вчера. Заполни пропуски. Используй таблицу неправильных глаголов. Итак, необходимо поставить слова в скобочках во второй форме глагола. Это могут быть как правильные, так и неправильные глаголы. I got up at 9 o'clock. Я встал в 9 часов. I washed my hands, face and cleaned my teeth in the bathroom. В ванной комнате я помыл руки, умылся и почистил зубы. Итак, как вы видите, глаголы wash, clean правильные. Мы добавили окончание ed и получили вторую форму washed, cleaned. I had jam and bread and drank milk for breakfast. На завтрак я ел варенье, хлеб и пил молоко. Это неправильные глаголы. Have, had, drink, drank. Then I ran to school. Затем я пошел в школу. Также вы видите форму неправильного глагола run в прошедшем времени. Ran. In the evening, I sat in an armchair, read Tiny's fairy tales and watched TV. Вечером я сидел в кресле, читал сказки Тайни и смотрел телевизор. Глаголы sit, read неправильные, изменяются на sat, read. Глагол watch правильный. Добавили окончание ed, watched. At 10 o'clock I went to bed. В 10 часов я лег спать. Go. Неправильная форма глагола went. Так, еще раз прочитаем весь рассказ. I got up at 9 o'clock. In the bathroom I washed my hands, face and cleaned my teeth. I had jam and bread and drank milk for breakfast. Then I ran to school. In the evening, I sat in an armchair, read Tiny's fairy tales and watched TV. At 10 o'clock, I went to bed. Я встал в 9 часов. В ванной комнате я помыл руки, умылся и почистил зубы. На завтрак я ел варенье, хлеб и пил молоко. Затем я пошел в школу. Вечером я сидел в кресле, читал сказки, Тайни и смотрел телевизор. В 10 часов я лег спать. На этом наше задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.